Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы вам покажем, как правильно заменить испаритель в JTAG YEGO AYO. Для начала нужно снять верхнюю крышку. Она обладает защитой от детей, поэтому открывается с небольшим надавливанием, так же как флакон жидкости. Берем новый испаритель и хорошенько пропитываем его жидкостью. Кстати, для таких испарителей идеальное содержание глицерина составляет не более 60%. Использовать мы будем Trix World. Заправляем бак до специальной отметки. Прикручиваем испаритель, устанавливаем крышку на место и настраиваем обдув путем прокручивания верхнего кольца. При совмещении точек вы получите максимально свободный обдув, а если повернуть кольцо обдува на 90 градусов в любую сторону, то вы получите сигаретную затяжку. Кстати, обратите внимание, что при выборе испарителей в сети наших магазинов вы можете приобрести испарители с сопротивлением 0,6 или 0,5 Ом. Испаритель с сопротивлением в 0,5 Ом обладает более свободной затяжкой, в то время как испаритель с сопротивлением 0,6 Ом обладает более тугой, приближенной к сигаретной затяжкой. Полезный совет. Если в выключенном состоянии зажать кнопку Fire, то можно изменить цвет подсветки при помощи повторных нажатий на кнопку Fire или вообще отключить его. Спасибо за просмотр, с вами был Сигаретнет Бай и до встречи на нашем канале.